Нет, тебе интересно теперь? Опять дежда лут решил? Нет, тебе интересно теперь? Ой, когда бы... Просьба всех успокоиться, выйти за клетку! Да, вы посмотрите, дамы и господа, что происходит. Форменный беспредел. И здесь Владимир Минеев и Магомед Исмаилов решили сразу же перейти к реваншу. Но так не делается. Нужно официально объявить дату боя и помериться силами, как положено, без посторонних лиц. Да, повздорили немного. И вот такие вещи, конечно же, не красят смешанные единоборства, к сожалению. Друзья, мы в прямом эфире. Не позорьте! Не позорьте Москву! Не позорьте промоушен NMC! Пожалуйста, на нас смотрит весь мир!